Добрый день, доброе утро. Хотя уже день, скорее всего, выселились с отеля, позавтракали. Это уже часов у нас, сейчас скажу даже, 20 минут 12-го. Вот вчера запарковал машинку, сейчас садимся, наверное, едем в торговик, да? В торговик едем, закупаемся с собой. Потом вернемся, наверное, покушаем. И в путь дорогу дальнюю. Приехали мы в торговый центр. Такой вот большой паркинг. В общем, Zara, Bershka, Stradivarius, что-то там еще, Guess. Все как обычно. Вот такие пальмы. Какие-то вялые. Может, в натуре настоящие. Интересненький такой торговый центр, я бы так сказал. Что-то мне крыша напоминает такой, знаете, как корабль какой-то, что ли. Вон Pull & Bear. Все есть. Нет только времени посмотреть цены. Может, Алена быстренько что-нибудь сообразит вам рассказать. Прикольная зона, я так понимаю, можно своего ребенка сдать и свободно себе гулять по торговому центру. Вот у них здесь зона, как будто этот детский сад. Все-таки решил я заглянуть в Pull & Bear. Так, маечки 19 евро. Ну, скажем так, 20, 10, 13, 15 вижу. Что там? Штонцы 15. Рубашечки. Ну, в общем, такие вот цены. Нас интересует обычная супермаркет, чтобы что-нибудь себе купить в дорогу. Даже не в дорогу, а с собой. Естественно, колбаска, прошутто, оливки и так далее. Тошечка, бататы. Сами переводите цены. Что тут? Лучок. Тосты, хлебы, лаваши. Вот в основном такие вот какие-то вот тарты на завтрак подаются. Вот небольшие варианты тут по 5-10 евро. О май гад, какие хлебы. В общем, 4 еврика. Суши. У нас тут кулинария. Честно говоря, после завтрака не особо хочется смотреть на еду. Вон рыбка. Вот смотрите издалека, какие там цены, какая рыбка бывает. Тут уже такие варианты. Так, Алена нашла колбаску. Мяско, смотрите, сколько мяса. О-о-о. Ну, что там выбрала? Хотите колбаску? Ну давай, бери тогда. Так, разные куриные суп-наборы. Курица 5 евро, 5,50, ножки. Не этой, конечно, темнокожей девочки ножки, а куриные. Так, у нас тут прошутто разное. 4-5 евро. 50 евро, да? Берешь? Окей. Ну, то я понимаю. Денег нет особо. Так, вот такое мы пробовали мяско. Такое остренькое. Но, наверное, брать не будем. Не наша тема. Вот, сыры с плесенью. 15, 22, 12. Ну, конечно, не сильно. Гурманы. Вон колбаса какая-то.
Опять кулинария, салатики такие. Курчата гриль. За 4,80, кстати. Не сильно дорого. Салатики. Пани разделывает, курчата крутятся. Так, вон, смотрите, сколько много колбас разных, мягких сыров. Для разделки сыра ножики. Цены не маленькие, я бы сказал так. Но для любителей сыра здесь рай, естественно. Продолжаем свой обзорчик. Вот есть специальный мед, который до сыров идет. Оливочки большие. Мяско разное. Сальцы. Выбор, конечно, богатый. Разные бачки, сальцы. Что похоже на вареную колбаску. Сразу можно оливьешку делать. А, собственно, тут подешевле цены. 3 евро. 2, 3, 3. С копейками. Разные прошутто, прошутто. А может, я и не разбираюсь, может, это даже и не прошутто, нифига. Продолжаем оценивать цены. Бальзамические уксусы. Такие вот цены. Есть варианты подороже. Подсолнечное масло около 4 евриков. Оливочи около 10 в бутылках, наверное, литр или 0,7, 7,5. Вон есть такие большие упаковки и заметно дешевле, чем мы взяли за 40 евро, но мы взяли, хотя бы знаем, где выросли те оливки. Вот. Много приправ разных тут, от евро, наверное, до 2, перчики. Зашли перед отъездом немножко охладиться. Аленка заказала наконец-то тирамису. И вот искали очень вкусный сок. Я не знаю, продается ли у нас в Польше. Но очень супер. Вкусный. Мамаситы, сеньориты, еваныти, как всегда. В общем, все, последние минутки, и мы возвращаемся на паркинг, забираем авто и уезжаем. Близко, но мы сегодня даже не ходили на нем купаться. Да и особо не хочется. Все, Алена отбила мне полное хотение купания в море, походу. Теперь только активное путешествие и лежание у бассейна тюленем, да, Алена? Итак, загрузились, и мастер-класс парковки по-итальянски. Вот я запарковался перед светофором до стоп-линии. И то не уверен, что можно было. Но тут вообще чувак выдал. Прям к зебре подогнал. Остановились на трассе вот таком вот большом, служащем, не знаю, как это сказать, придорожном заведении, где есть гриль, ресторан. Еще что-то покушать есть. Водичка, пиво, естественно. Думаем заказать себе пиццу. О. Соки есть ребенку. Ну вот, можно посидеть здесь.
кстати, микроволновочка, даже разогреть можно для мелких детей. Внизу туалет здесь. По правую сторону это было, тут по левую книжечки в дорогу. Мороженое, багетки, салатики. Вот можно купить кусок пиццы. Вот этот купим, да, там что-нибудь? Каждому по куску? Или там бургеры, панини. Ну, а тут обычно, наверное, как супермаркет. Там можно пончики, чай. Пивасики. Пивасики, водички. Все как обычно. Супермаркет, салон. Детские игрушки, вина, лимончелло. Так, что тут интересное? Венецианский шоколад какой-то. Еще есть детские площадочки вот такие вот. Вон наш малыш запаркован. Зайти и не взять ничего себе, это капец, Виталий. Но все же хочется увезти с собой частичку. Вот зашли, казалось бы, за пиццей. Окей. Опс, сейчас открою машину, покажу. Так, в продолжение. Зашли за пиццей, но, конечно же, что-нибудь в глаза попадется. Вот такая вот классная коробочка венецианских конфет. Вон, уже набрали там еды. Вообще паркинг очень большой. Вот сколько автомобилей, там дальше заправка. В общем, отличная инфраструктура. Вот, наверное, пойдем покушаем сразу за столиком. Зачем в машине? В общем, за такой цезарь 9 евро. Можно, да, это закусать 35 евро. Дали соус еще, да? Ну, в общем, тут свои оливковые какие-то соусы. Лишь бы был не острый, а то побегу за колой, наверное. В общем, перекусили, но цезарь, конечно, не стоил этих денег. Что еда такая здесь посредственная. Доехали почти до выезда из Италии. Осталось заплатить за платный участок дороги. Вот в Венеции почти. И на часах 22 часа. Красивые виды гор, но уже, к сожалению, не так все видно. Жалко уезжать, но что делать. Все, проехали последнюю рамку. Заплатили 18.40. Делали ставки, кто сколько. Ну, короче, вот так вот. 18.40, но зато сэкономили час минимум. Это точно. Все, говорим. Чао, Италия! Гутен так, или как там, Аустрия. Все, мы въехали в Австрию. Чао! Купил винеточку 9.90, стандартная цена. Вот такие цены на топливо. Не знаю, видно ли. Сейчас еще мягче. Контраст. Ну, короче, дороже. Дороже, чем в Италии. Мы заправлялись и во Франции даже. Доброе утро. У нас такие хоромы. Шли подремать, остановились.
фурщики уже повставали. Двинулись в рейс. Надо им нам двигаться. 20 минут для сбора, и мы в дороге. В общем, не доезжая где-то 50-60 километров до Вены. Показывает нам 7 часов ехать до Варшавы. Поэтому надеемся обойтись пару остановок в пути. Вот еще есть чуть-чуть видов гор. А там по всей Вене, наверное, уже все холмы и горы пропадут. Солнышко встает. Хорошо. Пассажиры сзади еще спят. Парковочке его думает заправиться, не знаю, видно ли цены. В общем, 95 38 50, дизель 36 90, газ 19 40 крон. Взяли кофеек, заправил 20 литров. Вон там вдалеке замок какой-то. В общем, все отлично. Продолжим свой путь после кофе-паузы. Следующая заправочка уже, и покушаем, наверное, уже у нас в Польше. На любимом Орлене. У нас очередная остановка. Ребенок разминается тут. Ну, а мы кофеек и утренний завтрак. Ку-ку. Это я понимаю, в польские заправки есть чем умыть это вот все то, что накопилось у нас с Италии. Заправился, вышло мне столько, и скидка 12 злотых по купону Орлена. Ку-ку, кто-то проснулся. Короче, приехали, а тут 2 недели заправляла наши квартиры пыль, походу. Такой запашок неприятный. А, впервые за 3 года Варшава нас встретила хорошей погодой. Что радует, конечно, после того, как ты приехал с тепла в тепло, а не с тепла в дождь. О, даже цветочки еще живые. Но полить. Вот. Коробочка конфет такая классная. В общем, разложили все наши сувениры. Не помню, говорил ли, вот такую вот маску взяли мы в Венеции. 40 евро, ручная работа, handmade, папье-маше. Магнитики такие разные. Такой вот мед, это в Тоскане 5 евро. Банка литровая оливкового масла. Именно там женщина, у которой мы ночевали, сама делает. Хендмейд тоже 40 евро. Дорого, но на самом деле понимаешь, что ты гулял среди тех оливок, которые вот в этом масле. Ну и вот вся коллекция привезенная кому-то в подарок, что-то себе в бар. Вот эта вазочка в Сан-Марино, тоже не показывал. Пивасик это я на пробу, сардинский, 10 лет назад был в Сардинии, хочется вспомнить. Оливочки, мед, вот с Евой, чтобы нам год коротать до следующего отпуска. Но... Сейчас бардак, у нас вот такие вот макароны, тут такие немного извращенные макароны.
В общем, как-то так. Раскладываемся, разгребаем все. Стирка сейчас, уборка. Не, уборки не надо. Стирка. И завтра у Евы день рождения. Но это совсем другая история. Ну а вы подписывайтесь, следите за новостями, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень нам важно. И оставайтесь на канале. Всем пока и хорошего отпуска!